Наступила горячая пора для всех земледельцев района – уборка зимых и зимующих культур. И по традиции в период уборочной кампании в районе прошел объезд полей, в котором приняли участие глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, начальник управления сельского хозяйства Заур Самогов. Участники объезда посетили хозяйство индивидуального предпринимателя Зураба Зехова, которое одним из первых приступило к уборке зимых и зимующих культур. Первым делом руководство района посетило зерновой ток хозяйства, осмотрев послеуборочную обработку урожая. Далее специалисты во главе с Зауром Хамирзовым поднялись на поля и по Зураба Зехова, где на одном из них полным ходом шла уборка зимового рапса. Фермер рассказал участникам объезда о ходе уборки и о трудностях, связанных с погодой. Несомненно, прошедшие ливневые дожди внесли свои коррективы. Мы, в свою очередь, поинтересовались у руководителя хозяйства перспективами уборки. Значит, озимых у нас ячмень у нас в этом году 100 гектаров на площади, озимая пшеница 300, озимый рапс 350 гектаров, подсолнечник больше 200, там у нас овес еще и сои немного, и кукурузы 140 гектаров. В принципе, значит, озимый ячмень мы закончили, уборку начинали недели 10 дней назад, но погода внесла свои коррективы. Начинали с урожайностью до 48 центнеров, в связи с обилием дождей и все остальное спустились до 36-37 центнеров. Еще осталось небольшие участки, не убрано, потому что зайти не можем, вода стоит. Два дня назад начали рапс убирать. В принципе, тоже дождь пошел очень сильно, но тоже хорошо осыпался, но в районе 20 центнеров, может, мы уже и надеемся, что получим. Начинали тоже, почти 30 получалось. Озимый клин тоже, ветер, дождь очень сильно положил. Но рапс закончим через недельку, я думаю, приступим к озимой пшенице, уборке. Техника обеспечена, 5 комбайнов, значит, 3 дона у нас и 2 акроса 995+. Новые, которые мы взяли в декабре прошлого года в лизинг. Машины свои. В принципе, люди все тоже наши, которые работают. Сколько рабочих? Рабочих у нас 11 человек. И на сезон уборки, чистки, на ток и на уборку привлекаем еще около 10 человек. В прошлом году озимого ячменя мы получили больше 50 центнеров. Пшеница почти под 60 центнеров мы получили. А рапс? Рапс в прошлом году был у нас центнеров 20 мы получили. То есть погода, дожди сильно повлияли? Да, погода сильно, но рапс такая культура, что дождь пошел, солнце вышло, и она раскрывается, сыпется. Вот такая культура рискованная. Во время объезда было выявлено, что на некоторых полях посевы из-за ливневого дождя были повалены, что, естественно, скажется на урожай и затруднит уборку. В целом, состояние озимых на полях района признали удовлетворительным. Пожелаем нашим фермерам хорошего урожая.